Экс-депутат, Никол не контролирует ситуацию. Нам нужен настоящий лидер. Премьер-министр Армении Никола Пашиняна критикуют все представители политических сил страны. Очевидно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня не контролирует ситуацию. Власть в руках случайных людей, которые попали в парламент или другие государственные структуры. У подавляющего большинства нет даже нормальной биографии. Об этом армянским СМИ заявила бывший депутат парламента Республики Армения Маргарита Есаян. По ее словам, последствия будут опасны прежде всего для премьер-министра Пашиняна. Я не сомневаюсь, что произошедшее на днях в парламенте драка депутатов будет повторяться еще и еще. Депутаты снова будут бить друг друга и бросать бутылки. И пусть это станет уроком для нашего общества, чтобы они впредь никогда не пытались привести к власти людей с улиц, тех, у кого случайные и сомнительные биографии. Нам сегодня, как никогда, нужен настоящий лидер, у которого будет государственное мышление и грамотность, а также серьезность, отметила Есаян. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал AZ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила!